Добрый день, дорогие друзья! В народе говорят, дети – цветы нашей жизни. И мы предлагаем вам, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, взглянуть на ваши цветочки. Какие они все крепкие, красивые, разные. Один не похож на другого. И в каждом есть свое очарование. А давайте мы сегодня вместе с вами, как настоящие творцы, создадим праздничный цветник. Хоровод цветов. Волшебный мой сад приглашаю, друзья. Немало прекрасных цветов у меня. Да вы посмотрите, какие садовые и полевые. Ах, славный же выдался нынче денек. Знаком мне в саду моем каждый цветок. Сейчас на цветы полюбуюсь пойду и вам, дорогие, про них расскажу. Предлагаю вам поиграть с нашим садовником в цветочный хоровод. Но хоровод этот будет не простой, а с вопросами и заданиями о наших травах и цветах приамурских. Чтоб улыбки друг другу дарили цветы, чтоб исполнились в жизни все наши мечты. Так давайте устроим большой хоровод, пусть все люди земли с нами встанут в него. Пусть повсюду звучит только радостный смех, пусть без слов станет песня понятной. Хотим кувыркаться в зеленой траве и смотреть, как плывут облака в синеве, и в прохладную речку нырять в летний зной, и в ладошки ловить теплый дождик грибной. Так давайте устроим большой хоровод, пусть все люди земли с нами встанут в него, пусть повсюду звучит только радость. На свет родились, чтобы радостно жить, чтоб цветы и улыбки друг другу дарить, чтобы горе исчезло, пропала беда, чтобы яркое солнце светило всегда. Так давайте устроим большой хоровод, пусть все люди земли с нами станут в него, пусть повсюду звучит только радостно. Наши великолепные цветочки еще не представились. Давай их попросим, чтобы они рассказали о себе, какие они замечательные да уникальные.
на гос. Что за чудо, будто сабли двигнулись листья над водой, а среди них как будто цапли слегка качают головой. Аир давно срёт лекарством, он обитает в водном царстве, а поселившись в водоем, он очищает воду в нем. Как будто грозный он такой, раз назвали зверобой, а по правде вовсе смирный, он лекарственный, эфирный. Лотос, не цветок, а чудо-блюдце в розовом тумане. Капли слезы с него льются, лотос молит об охране. По дороже, той тропинок и дороже, и у нашего двора поселился подорожник, он ваш лекарь детвора. На лугах найдите сами, будто просто невзачай. Заблудился меж кустами, долговязый ванчай. Можно? Стихотворение «Калужница». Какая ж ты искусница, болотная калужница, даже мурые болота расписала по золотой. Скрылась пижма в меж кустов, в разноцветном царстве, в ярком золоте цветов спрятала лекарство. Лера Всемогутина, старшая группа Б, детский сад, село Топольво, стихотворение «Купальница». Когда расцветает купальница вдруг, оранжевым морем становится луг, и смотрятся волны его в небеса. Художник природы творит чудеса. Чисто тел он сравнительно высок, опушен ворсинками, а сорвешь, как желтый сок, заблестит росинками. Давай пройдемся медленно по лугу и здравствуй скажем каждому цветку. Я должен над цветками наклониться не для того, чтоб рвать или срезать, а чтоб увидеть добрые их лица и доброе лицо им показать. Цветы радуют нас всюду, в лесу, на лугах и полях, у воды и на воде. Желтые, красные, синие, фиолетовые, всех цветов и оттенков, особенно много цветов на лугах. Они напоминают большой разноцветный ковер. Тут и колокольчики, и васильки, клеверы, гвоздики и ромашки. Среди них есть такие, которых на земле осталось очень мало. Поэтому они занесены в Красную книгу и охраняются законом. Рвать их нельзя. А теперь внимание, задание. Назовите цветы, которые занесены в Красную книгу Хабаровского края. Ждем ваши ответы в комментариях. А завтра продолжим наше знакомство с цветами и травами нашего Приамурья. Все ли мы знаем их секретики?